Господа, начинается церемония подписания документов по итогам переговоров президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. В рамках государственного визита председателя Китайской Народной Республики в Россию также подписан ряд межправительственных, межведомственных и корпоративных документов развития российско-китайского сотрудничества в различных сферах. 中国主席对俄罗斯进行国事访问框架下，双方还签署了一系列政府间、部门间。 Мы искренне рады возможности вновь принимать в России за государственным визитом нашего дорогого друга, председателя КНР господина Си Цзиньпиня. Все наши переговоры вчера и сегодня в формате тет-а-тет, в узком составе и с участием делегаций были успешными. Прошли в теплой, товарищеской, конструктивной атмосфере. Подписанные нами только что два программных совместных заявления в полной мере отражают особый характер российско-китайских отношений, которые находятся на наивысшем за всю историю уровне развития.